когда папа очень сильный. Мама ловкая и быстрая, а ребенок не боится препятствий. Семейная победа всегда одна на всех. Счастливой семье все всегда будут стоять друг за друга. Ведь в единстве и проявляется сила ячейки общества. А еще в умении поддерживать друг друга в сложные моменты. И их мы сегодня нашим героям уж точно обеспечим. Но я уверен, у них все получится, ведь сегодня с нами играют настоящие чемпионы. С вами я, Андрей Шарков, моя прекрасная коллега Елизавета Бригида. И в эфире спортивно-развлекательное шоу «Одна на всех». Поприветствуем наших первых героев. Семья Ильхасан. Моя семья состоит из любви, здоровья. Мой папа очень сильный. Он же у нас самый главный в доме, типа, пока мамы нету. Ну, мама работала стилистом, ну, и сейчас она стилист. Потом появились мы, и мама стала много дел. В общем, мама очень заботливая девушка. Она хорошо готовит. Ну, моя семья самая классная, во-первых, потому что мама мне подбирает как бы вещички такие вот. Ибрагим, скажи, пожалуйста, ты мастер спорта, чемпион. Какую роль в твоих достижениях сыграла семья? Самую главную роль. Любовь, и только любовь, тянет ко всем достижениям. Потрясающие, золотые, замечательные, слова. Теплые слова, которые так ценно слышать. Но я уверена, что свой яркий секрет успеха есть у ваших сегодняшних оппонентов. Встречаем, семья Чернецких! Семья самая классная, потому что мы все занимаемся спортом, ходим на занятия всякие. Мой папа, он занимается до сих пор футболом. Он работает каждый день. Моя мама, она с детства занимается художественной гимнастикой. Она теперь тренером стала. Когда твоя мама тренер, то она просто сложнее, потому что... Ну, она все время с тобой остается очень долго. Она тебя все время ругает где-то. Я считаю, что в доме больше главная мама, потому что ну, она все время везде. Она говорит, что делать, делает всякие вещи. Когда она продолжает участвовать в этой программе, я подумала, что вот можно, мы можем посоревноваться. Дмитрий, к вам вопрос такой. Что должно произойти, ну, такого, чтобы вы сказали «все, я сдаюсь»? Я хочу вам сказать ответственно, такого не произойдет. Класс! В своей семье я тоже уверен. Лиза, одно могу сказать. Белого флага мы сегодня не увидим, ведь каждая из семей у нас настоящий герой, настоящие чемпионы. А значит, сражение, битва будет бескомпромиссной. Мы начинаем! Начинаем! Выбирай верный путь, а не легкий. Тем более сейчас в первом задании его нужно будет не просто пройти, а сделать это быстрее своего соперника. Посмотрим, чья же семья уже на старте получит преимущество. Конкурс «Лабиринт». Участвуют дети. Они должны пройти тяжелейший подвесной путь, взять мяч в середине пути и закончить дистанцию вместе с ним. Побеждает самый быстрый. Ну что, друзья, первый конкурс «Лабиринт». На старте у нас две прекрасные юные спортсменки. Мы начинаем. На старт. Внимание.
марш! А родители не жалеют ладошки, не жалеют голоса и болеют за своих дочек. Молодец! Ева, давай! Даша, быстрее! Ева, не бойся, смотри вперед, иди дальше. Даша, еще быстрее, бегом! Нога в ногу идут наши участницы! Даша, еще быстрее! Давай, Ева прорывается на несколько шагов вперед! Даша, давай! Обратите внимание, как Даша на морально-волевых пробирается через тернии к кнопке. Даша! Смелее, дочь. Несколько шагов, и она финиширует! Потрясающая, экстремальная, я бы сказал, игра, нога в ногу. Я, когда начинала оттуда, я сразу забоялась, потому что там вот так вот эти сетки вниз падали. Ну и только вот эти вот кольца, я на них только могла наступать, а так я вся дрожала от страха. Слышно было, что прилезать страшно было. Еще страшно было, что мяч потеряю. Ну, я собралась и сделала. Ева приносит победу в первом конкурсе своей семье. Ильхасан пока впереди. Хороший старт, ничего не скажешь. Огромное желание победить у самых маленьких участников мы уже видели. Теперь посмотрим, на что готовы ради большого успеха их родители. Страх! Вот повод идти вперед. Над бездной в этом конкурсе работает принцип эстафеты. Мамы и папы преодолевают специальные участки веревочной трассы. Победитель определяется по общему времени прохождения. Ну что, сейчас посмотрим, у кого больше смелости. Теперь доказать, что они самые бесстрашные, самые смелые, будет семья Ильхасан. Будем поддерживать? Да. Давай 5 и дадим старт родителям. На старт. Внимание! Марш! Вперед! Мама, вперед! Давай, спокойно, иди. Мам, давай, ты сможешь, я вижу тебя. Отстегивай красный, после столба его такой застегивай. Не спеша, они раскачиваются. Надо было. Такие неустойчивые стыки, мама давай. Смело проходит. И смотри, как красиво. Мам, давай, ты смело. Цепляй красное. Ты как это, да, блин? Да-да-да, вот так, да-да-да. Мне кажется, или мама уже пожалела, что ввязалась в нашу авантюру? Давай, Ибор. Ибор, давай, спокойно. Давай, папа. Ой, теперь папина очередь пришла. Ибрагим чемпион в жиме штанги лежа. Но это совсем другая нагрузка. Давай, Ибар, молодец. Давай, папа, давай. Давай. Главное, Ибар, давай, аккуратно. Скамейка на высоте 15 метров. Давай, Ибар. Пап, молодец, да? Папа, ты лучше, давай, ты сможешь. Давай, Ибор. Давай. Давай, чуть-чуть папа, ты сможешь пройти по этому канату. Это
Это знаешь, как в сказке. Дерни за веревочку, давай, дверцы откроются. Давай, давай, Ибор. Ты у нас силач. Не дотяну его, наверное. Кто-то там не получает. Давай, 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 давай. Молодец, молодец, молодец. Папа, давай. Это самое сложное для тебя может быть испытанием. Давай. Папа, давай, хорошо давай, идешь. Давай. Осторожно. Молодец. Молодец. Ты можешь потянуть конечно, себя. Конечно, молодец. Для папы нет ничего сложного. Смотри, с какой легкостью он папа, все проходит. Папа, ты смог? Подожди, нет. Ты так и будешь. Ух. Боже мой, папа. Какой. Давай. Эй. Молодец. Опа, незапланированная остановочка у нас. Как раз над бездной. Немножко не так повесил Ибар все карабины, и теперь, видишь, застрял. Спешил, сейчас. Давай. Давай. Папа, и что теперь делать? Блин, давай, Ибор. Я не могу подтянуть. Пипец. Давай, давай, давай. Ничего, папа, о! Давай. О, давай. Умница. Этот молодец, человек сейчас Ибор, переписывает давай все наши представления о молодец, сложности давай конкурса. Такого точно, наверное, здесь не было. Давай, смотри, Ибор, ты уже почти давай, все давай, сделал. Давай, 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 давай. Ибор, ты сможешь, Ибор, давай. Ты Ибор, сможешь, давай. Давай, ты давай, сможешь, давай. Еще чуть-чуть. Давай. Папа, ты лучший. У-у-у-у! Он это Ева! Тупанул. Ибор, ну ты, конечно, просто молодец. Тупанул я, что? Айфон, он не едет. Я это уже кинул. Оп, слушай, нормально надо толкаться. Ну, я, конечно, сначала очень испугалась, когда разъезжались ноги в разные стороны. Думаю, боже, куда я попала? Зачем это мне надо было? Зачем я в это вписалась? Ну что, как говорят, поспешишь, людей насмешишь. Теперь доказывать, что именно она достойна победы, будет семья Чернецких на старт. Внимание! Марш! Давай, все, давай, 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 давай. Ну, сразу пошла. Быстрее, 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 быстрее там. Все, давай, на гимнастических шагах. Скользко. Давай, 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 давай. Молодец. Красный снимай, просто и просто иди. Сейчас. Стопу разворачивай, все, давай быстрее. Молодец, молодец, давай. Но мама очень быстро проходит испытание и уже, смотри, передает вперед эстафету папе. Давай, папа, вперед! Давай, 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 шире папа, шаг, шире шаг. Делай шаг. Шире шаг. Папа, ты шире, лучший! Шире, шире, папа, давай. Ты лучший! Давай, давай, молодец! Папа, вперед! Красный. Да, дочь, сейчас все будет, вперед, сейчас все будет. Вперед, красный, ладно. Вперед, вперед, вперед. Такой мамой-спортсменкой как-то даже не с руки бояться. Она не поймет. Красный снимай. До попы ехать. До попы ехать. Да так уже двигайся просто. А что она не двигается? Так да шагай уже просто. Не, а шо, куда ехать? Красный отстегивай. Велосипед себе двигай. Какой велосипед еще? Да уже двигай велосипед. А тут не до велосипеда. Давай, 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 вперед, быстрее. Еще быстрее. Папа. Ты лучший. Ты лучший. Папа, ты лучший. Давай, 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 садись уже. Еще. Вперед. Папа, ты лучший. Давай, давай, крути быстрее. Ой, смотри, все же стартанул-то. Сразу как колеса закрутились руками подтягивайся, руками. Тихо. Держись. Педали помогай. Вперед. Карабин. Карабин, Дима. Красный назад. Давай. Давай, 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 быстрее, молодец, быстрее, быстрее. Молодец. Вперед. Ура! Молодец! Фух. У тебя, мы с тобой, видимо, старались. Больше, у тебя больше опыта прохождения всяких... Я старалась. Шире шаг, шпагат. Интересных, да. Я просто, мне велосипед сразу просто убил на повал. Но я старался. Ты велосипедист. Я старался. Высоты боимся. Высоты не боимся. На первый взгляд все было легко, но, как оказалось, когда проходишь все эти испытания, было не так просто.
В настоящем триллере лучше разобрались сценарии все-таки чернецкие. Они сравняли результат, а значит, дальше нас ждет самое интересное. Чтобы выиграть в следующем задании, нашим семьям нужно будет пройти настоящую русскую ледяную горку, где успех ждет на самой вершине. Но добраться до нее можно лишь все вместе. Тут один точно не воин. Ледяной канатоходец. Начинают папы, причем в костюмах сумоистов. Они должны, используя любую тактику, взобраться на вершину и сбросить канат, с помощью которого этот путь поочередно пройдут мама и ребенок. Уточним, если отцы не справляются, на горку без веревки поднимаются их жены. А сделать это ой как непросто. Все участники в специальных скользких носках. Ну что? По традиции. На старт! Внимание! Побежали! И папы у нас давай, на ледяной горке! По бокам! Дима, по бокам! Давай! По бокам, Дима, сбоку! Ну, папа, молодцы! Давай! Папа зеленых меняет положение! Какой хитрый финт от Ибрагима! Посмотрим, к чему это приведет. Вот это да! Вот это техника! Молодец! Канат, быстрее! Еще быстрее, Дима! Девочка, поддерживаем! Ирина, поддерживаем! Роксолана! Похоже, с канатами папам сложнее, чем со скользкой горкой. Давай! Давай! Я не достану, Ибор, я не достану! Итак, Роксолана! Эльвира вперед! Зеленые догоняют! Ой, хорошо! Держитесь ладошкой, помогайте! Вперед! О, как напряжено! Матушка, давай! Давай, дочь, вали! Вперед! Молодец! И теперь мама зеленых вперед! Непобедимые! Вас победа ждет! Давай, быстрее! Давай! Мама, вперед! Эля, быстрее! Давай, мам! Достань канат! Мама уже на финише! Аккуратно руки, аккуратно руки! Давай! Мама, молодец! Ладошку, хлоп! Эля, финиши, давай быстрее! Я не могу! Давай! Молодец! Вперед! Давай, канат наматывай! Съезжай! Давай! Вперед, умница! Вперед! Еще! Давай, зайка, ты можешь! Итак, пошла, маленькая! Давай! Беги! Опа! Быстрее! Вперед, дочка! Девочка, молодец! Вперед, доченька, еще немного! Давай. Как быстро Ева пошла! Давай, девочка! Не обращай внимания на все! Главное, двигайся! И синяя спортивная семейка финиширует! Даша в объятия мамы! Ну, самым сложным было это применить правильную технику. Было очень весело, эмоционально. Тут любая, наверное, техника хороша будет. И передом, и задом, и боком, и шпагате. Это тактика безвыходная называлась. Потому что по-другому была бы обраточка, так как тяга обратная большая в связи с собственным весом. Поэтому было очень тяжело, хочу сказать, тяжелее, чем на канаточке-то.
на самом деле. Не ожидала, что это так тяжело, что это так сложно добираться до самого верха. Очень скользко было. И, конечно, хотелось быстрее, 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 но как смогла, так сделала. Семьи были достойны друг друга в этом задании. Шли буквально нога в ногу, однако немного удачливее и хладнокровнее оказались чернецкие. Они уже впереди. 2-1. Лиза? Да. Ты любишь золото? Только честно. Честно? Честно. Только если оно не в каратах, а по взаимоотношениях. Но парадокс в том, что именно их мы сегодня и проверим с помощью нашего сокровища. Мы узнаем, кто же из наших участников умеет работать в команде. Поиск сокровищ. Командам дается по 2 минуты, чтобы найти спрятанную монету в необъятном бассейне с шариками. За минуту до конца ведущие дают подсказки. Побеждает тот, кто откопает наш золотник. На старт! Внимание! Ныряем! Маш! И золото, и победа, и наши сокровища. Итак, друзья, еще раз. Море, море из шариков разноцветных. Не так просто найти здесь наше сокровище, нашу огромную именно золотую поэтому монету. Поэтому нужно его смотреть, искать везде, во всех уголках. Искать тщательно, но очень быстро передвигаться. Везде искать. Турнирная ситуация такова, что семья Ильхасан сейчас борется за возможность дополнительного 5-го конкурса. А для этого надо обязательно находить монету. Но можно сюда нырнуть и не вынырнуть. Ну, не как такие уж зеленые, то есть и простачки, я тебе скажу. Если зеленые нырнули, они уже вынырнут. Я имею в виду, но искать надо тщательно, тщательно, тщательно. Что можно под этим, в этом море дышать под этими шариками. Смотри, как синхронно плывут, можно сказать, папа с дочкой. Илья, домашние дела легче, чем здесь копаться в шарах. Итак, друзья, остается минута. Давайте ускоряться, давайте ускоряться. Я хочу сказать, что Эльвира находится в достаточно теплом море. А теперь слушайте нас. А у Эльвиры тепло, у нее почти горячо, у нее тепло. Холодно. Прислушивайтесь нас, прислушивайтесь, Евочка. Плывите к маме. Но... где-то... Ой, становится теплее. Водичка. Теплее у Эльвиры, еще теплее. Почти горячо. Почти вот... горячо, и папы горячо. У папы прям горячо. Ну прям... вот горячая уже водичка, горячая и водичка у папы. Куда еще горячее? И у мамы, у Евы горячая вода, у Евы прямо, Ева, смотри, не обожгись. Евочка, не обожгись где-то, Ева. У Евы прямо горячая водичка. Куда еще горячее? Вот прямо горячее у Евы не бывает водички. Водички не бывает, а секунды уже идут, секунды. Секунды идут, у Евы горячо. Эльвир, у папы горячо, очень нет, горячо. Там вот еще... Кинодесоп игра! И зеленые не находят сокровищ. Я хочу сказать, в общем, что очень такая продуктивная тренировка. Кардио, статика, силовая, присутствовало все. Мне понравилось. Все, с адреналином шикарно. Да, мне очень было сложно туда вот напрыгнуть. Как-то попыталась, конечно, за папой идти. Иногда я даже думала, что папина голова – это монета. А потом вижу, папа вылазит и понимаю, что это не монета. Веселых вам поисков! На раз, два, три ныряем! Раз, два, три, ныряем! Ух, мама, смотри, сразу так. И дочь, и мама занимаются художественной гимнастикой. Роксолана, она даже тренер по художественной гимнастике. И вот сейчас от них мы ждем не фигурного, да, а художественного плавания. Художественного плавания? Да, красиво плывут. Да. Красиво плывет группа. В синих купальниках. Да, полосатых, да? А Роксолана внимательно везде проплывает. А Даша, смотри, уже в обратную сторону. Ей как минимум нравится плавать в этом море шарик. Ну, знаешь, Андрей, мне бы тоже нравилось там плавать. Правда, когда... Вперед, пожалуйста. Когда не приходится искать. Ныряй, помогай синим, если это не запрещено. Я думаю, это правило не запрещено. И я все-таки за честную борьбу, я за честную битву. Я за то, чтобы все... Так, я уже вижу, как тяжело задышал Дима. Ему пришлось встать, набрать воздух. А вот Роксолана так же красиво плывет.
не знаю, каким стилем, она почти находится все время, хотел сказать, под водой. Да, под морем шарик. Лана, но, мне кажется, максимально смотри, она выбрала ту же дорогу, что и Дима. Не доверяет мужу, смотри. Нет, перепроверяет. За ним плывет, перепроверяет. Конечно, ну так, наверное, надо... Стоп, игра! И вот это буквально врывается вниз, нащупал, наверное, ногой и поднимает папа синих монет вверх. Ну, начнем с того, что найти золото всегда приятно. А тем более, так сказать, победную монету вдвойне. Было достаточно сложно, но видел, как работает моя команда, а они всегда работают только на победу. Прочесывать по миллиметру каждый кусочек, каждый сантиметр-миллиметр надо было. Синие и здесь были лучше. Наше сокровище теперь принадлежит им, как и успех в этом конкурсе. Таким образом, общая победа остается за Чернецкими. И счет тут показателен. 3-1. Они доказали, что стабильность на дистанции куда важнее стартового рывка. Сегодня мы лишний раз убедились, что чемпионство – это не статус, а состояние души. И показать, проявить – это лучше всего получилось у семьи. Барабанная дробь, Андрей Потечеряев, и они забирают сегодня победу! Всем мы их и поздравляем! А семью Ильхасан я призываю не расстраиваться. Ведь задача каждого чемпиона не только побеждать, а и вдохновлять. А вы, поверьте, с этой задачей справились. Вы мотивировали большое количество, я уверен, наших телезрителей. С вами было спортивно-развлекательное шоу «Одно на всех». Пока-пока-пока! До встречи! Поединок сегодня был очень положительный, эмоциональный. Соперники были очень достойные, спортивные. Но наша семья общими усилиями справилась с победой. Мы очень старались. Были сомнения в победе, конечно, но мы постарались. Я знал, что и дочка, и жена не привыкли проигрывать. Поэтому я старался брать пример с них. И, я так понимаю, все удалось. Безусловно, очень сблизились и друг друга поддерживали. Так побесишься, как дети, можно сказать так. Было весело, мне понравилось. Эмоции супер, все понравилось, адреналин зашкаливал, все молодцы. И очень доволен, что сюда попал. Спасибо.